Бьющие из Енисея фонтаны спустя 14 лет вновь заработали. Специалисты компании «Краском» запустили их сегодня в тестовом режиме. Как показала проверка, пока струи воды бьют неравномерно и взлетают не очень высоко, до 60 метров, а по задумке должны подниматься до 100. Эксперты планируют исправить недочеты до конца недели. Сейчас в таком режиме работают 5 форсунок. Всего же за лето планируют сделать 15. Запустят речной фонтан 9 мая, но работать он будет не ежедневно, а только по выходным и праздникам, но зато круглогодично. Есть такая мысль, что, может быть, нам не создавать 15 разрозненных форсунок, а создать более плотнее, пусть меньше. И тогда у нас получается некий такой экран для того, чтобы в ночное время демонстрировать фильмы, либо еще какую-то презентацию делать. Вот сейчас идей при обсуждении родилось достаточно много. На пробном запуске этого уникального водного объекта побывал и мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Это очень достойное дополнение нашего города будет. Но вообще особо колоритно подчеркнет образ нашего города, потому что все-таки Енисей – это наша такая будет, это основная наша жемчужина, наше ожерелье.